С момента выхода первой части «Назад в будущее» прошло 37 лет. Звезды трилогии «Назад в будущее» встретились на Нью-Йорк Комик Ком 2022, который прошел в октябре. Актеры обнялись, а после пообщались с посетителями фестиваля. Ллойд рассказал, что не знал Фокса до съемок, но между ними с первого же дня образовалось полное взаимопонимание, которое сохранилось и в будущем. Фокс, в свою очередь, назвал коллегу королем экспозиции и заявил, что лучшей частью работы над трилогией было сниматься вместе с Ллойдом. Майклу Джею Фоксу еще в 1991 году диагностировали болезнь Паркинсона. В июне 2022 стало известно, что актер получит особую премию Американской киноакадемии за свой вклад в борьбу с недугом. Thank you.